Так, мы пришли на ужин. Сейчас покажу, что здесь есть такие интересные конфетки. Как Лэнд оф Лэшерс, такие же. Да, детские. Сегодня день детей, поэтому тут такие конфетки выложили. Пойдем. Идем дальше. О, взяли мы 4 конфетки. Сырые котлеты, вот эти кюфте, как я понимаю. Точно красиво сейчас. Алексис Парк. Декорация красивая. Что-то я снова есть захотела. Да. Что ты себе хлеб конфетки взял? Что тут такое? И с глазами. Давай сейчас посмотрим, а потом я буду брать. Что ты уже тоже есть захотел? Зачем тебе рис? Смотри, полумесяцы какие, а вон там звездочка. Как флаг. Лазанья. Пойдем там, вот где узбекская кухня. Там обычно все вкусное в узбекской кухне. О, вот эти, кстати, прикольные. Что? Нет, нет, это не такие. Чем я думала? Я тут уже столько людей. С помидорками. Сибас. Может, сибас взять? Сибасика может взять. Типа, да нет. Там есть дальше мясо вот такое, как нарезка. Креветки шурпа. Посмотри, что там за шурпа. Шурпа? Шурпа. Ой, я ее хочу. Вот это я буду. Давай. Давай. Давай, я твою тарелку подышу сделать. Нет. Без жира, да? А? Да, что-нибудь ложи все равно. И бульончик. О, как вкусно. Спасибо. Все, 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 все. Или ты со мной будешь? Ну, вместе пойдем. Давай. Ложечки. Пельмени, пельмени. Две. Да зачем тебе пельмени? Ложки, ложки. Вот, давай вот сюда сядем. Давай, двойной. Все, надо быстрее есть, пока она не остыла. Сердечко. Ну, давай, начинай. Вот эти конфеты надо убрать куда-то. Убери куда-нибудь. Ну, положи на стол сейчас. Возьмем пирожные туда положим. Пойдем за пироженками. Пирожные. Ой, какая красота. Ой,
очень красиво.